бывший посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэттью Брайса заявил, что Ереван хочет использовать свое реальное присутствие на азербайджанских территориях, чтобы вернуть вопрос правового статуса Карабаха в повестку дня. Брайза отметил, что у Армении был шанс продолжить эти дискуссии во время Второй Карабахской войны, когда ей 3 раза предлагалось принять прекращение огня на основе так называемых мадридских принципов, которые включали потенциальное изменение правового статуса Карабаха. И каждый раз премьер-министр Армении Никол Пашинян отказывался. После поражения Армении в 44-дневной войне, с точки зрения Азербайджана, любые дискуссии об изменении правового статуса Карабаха стали неприемлемы. Сейчас Армения пытается вернуть эту тему в переговорную повестку. Друзья, Армения пускай задумается о своем статусе, а не о статусе карабахских армян. Сегодня вопрос стоит о статусе ереванских армян. Сегодня стоит вопрос о статусе Армении как субъекта международного права. Вот какой статус нужно обсуждать. Ведь, по-моему, нелогично обсуждать жизнеспособность какого-то Арцаха, когда существование самой Армении под большим вопросом.